Я приехала на дом. В общем, тут такое дело. Нам закончили отопление. Я еще не видела. Не видела, что там сделали, как это все закончили. В общем, приехала посмотреть. И хочу вам все показать. А принимать вообще будет работу муж, так как я особо не разбираюсь. Не знаю, кто это сделал, но тут ободрали. Ободрали нам о косячку. И это очень плохо. Как так сделали? Сейчас покажу поближе. В общем, нам вот тут вот кто-то чем-то шаркнул. И это очень даже... Блин. И тут обшарпано все. Мне это не нравится. Кто-то шаркнул косячку. А вот, вот и наш дом. В общем, нам постелили теплый пол. Этот теплый пол, на теплый пол сверху будет заливаться стяжка. Ну, в принципе, сделали очень даже хорошо. Все батареи на месте. Кажется, они забыли тут свою колонку. Ну, что, потом заберут. Вот такая тут красота. Пол готов. Ну, красота же, красота. Ой, скоро тут будет теплый пол. В общем, вот тут вот все будет заливаться. И тут тоже теплый пол у нас готов. Ну, какая красота, все убрали. Все убрали, все чистенько. Вот эту вот синюю, как-то демпферная лента называется. Ее тоже установили. Тут идут трубы. А вот этой трубы... Если я не ошибаюсь, вот этих труб не было. Откуда эта труба идет? А, это трубы теплого пола. Теперь мне стало понятно. Вот тут вот проходят трубы теплого пола посерединке. И вот тут вот с краешку, да? Понятно. Тут все тоже чистенько убрано. Так вот идет труба к этой батарее. Ну, такая, кстати, тепла, конечно, еще дома не хватает. Все ясно. А тут что у нас? Тут у нас тоже вот так вот все. Мусор весь оставили, мусор не убрали. Не поняла почему, наверное, так и надо, или, ну, наверное. Батареи на месте. Вид из окна. Красотень. Как посмотрю на окна, какие они грязные. Сколько я контента в этом доме наснимаю. Надо все стены будет помыть перед покраской. Ну ничего, ничего. Все будет у нас на канале. Оставайтесь со мной и все увидите. В общем, вот тут у нас тоже уже сделали теплый пол. Кстати, наладили окно. Кто смотрел в окно, вставляли пушку. Такая вот тут красотень. Как красиво выглядит теплый пол. Улиточкой такой. Здесь у нас, получается, стоит котел. Двухконтурный. Вывод на воду, на коллектора, на батареи, на теплый пол. Все вот так вот идет. Здесь вывод под посудомоечную машинку и под раковину. Здесь у нас идут коллектора. Вот этот коллектор теплого пола, этот коллектор на батареи. И вот такой вот тоже тут теплый пол. Вывод под ванную. Здесь у нас фильтр. Вывод под туалет, под стиральную машинку и под раковину. Ну, красота, красота. Ну, такая вот у нас тут красота. Ну, в принципе, сделали хорошо. Остается дождаться, когда приедет муж, все это проверит, примет работу. Дверь почему-то не до конца закрыта. А нет, закрыта.
И будем ждать Ростехнадзор, чтобы нам подключили отопление. Да, там, конечно, у нас очень красивый. Мне очень-очень нравится. Такая вот красота. А, не была в нашей комнате, точно. Что у нас тут в нашей комнате? Но в нашей комнате тоже не теплого пола. Я считаю, что в спальнях особенно теплый пол не нужен. У нас здесь только батареи. Здесь все чистенько убрано. Хорошо. Такая красота. Ну все. Можно сказать, я работу приняла. Осталось посмотреть, что скажет муж, когда будет принимать работу. Это общее перекрывание воды. Вот. Ага. Стоит по фильтрам. Ионообменная смола. Угольный фильтр. Механика. Угу. Кран на незамерзающий кран, который выходит на улицу. Это на воду, которую в коробку поливать. Получается, у нас для замены фильтров мы закрываем два крана, стравливаем давление и ключиками. Любой бизнес, они одинаковые. Откручиваем, ага. Меняем фильтра. Открываем подачу, не открываем выход, стравливаем воздух. Угу. Открываем кран. Все. Фильтра поменяли. А как часто их менять надо? 24 куба. То смотреть есть на здесь, это. Ну, счетчик же есть. 24 куба прошло под замену. 24 куба это каждый месяц? Я не знаю, если вы из ванны не выходите. Что, столько кубов? Куда? Одна ванна в среднем 170-200 литров. Это без учета. 16 кубов у нас в месяц выходит. Ну вот. Но мы сейчас на квартире. На 3 месяца, 24. Мы нормальные люди. Вот так купаться. Я думаю, в квартире у меня выходит больше. Мы слишком пачкаемся. А почему в квартире больше? А этот? Потому что ванна. У меня ванна большая. А где ключи от этого? Что? Ключи. Ключик вот тут. А, там нет ключа, что ли? Какой нафиг ключ? А я думала, там ключ. Ага, ага. А как вы их подняли? Или не подняли? Наращивали. Ну, ты же видишь, что мы подняли. Нет, ну не наращивали, что ли? Нет. Просто потянули? Ослабили здесь, подняли сам шкаф и прикрутили. Ну, как я и сказала, да? Че? Что так надо сделать? Да. Понятно. Сюда, а это этот насос, да? Это теплый полы. Ну вот это вот. Насос на теплый пол. Да. Это термоголовка. Где выставляется температура. А вы не подписывали, да, где какой это? Чтобы, допустим, по комнате можно было включить и отключить. Или так нет тут? Что конкретно? Радиаторы, что ли? Да, нет, не радиаторы, а именно полы. И радиаторы здесь тоже? Здесь такого нет. Здесь идет дальний туалет. Входная группа. Я это помню. Нет, а вы-то помните, а они... А я вот записываю, подожди, я же записываю. Все. Туалет, входная группа, прихожая. Получается, где окна, где кухня, ванна, все. Все. Крандец. А тут? Радиаторы расходятся таким же образом. Стоят краны, потому что у вас гибкая подводка, как окно. Здесь стиральная машинка уже подключается непременно сюда. Здесь мы сэкономили один кранчик, который у вас был до этого. Поставили это для унитаза. Здесь по-любому опять гибкая подводка, или смесак будет. Там по-любому смесак. Ну да. 5 сантиметров, которые вы просили. Угу. Да, я помню. Прекрасно. Да. Здесь посудомойку подключаете сразу. Угу. И гибкую подводку сразу. Прекрасно. Храни вас Господь. Фирма Веники не вяжет, фирма Веники. Здесь тоже все очень просто. Подача из котла. Где стоит насос, это радиаторы. Здесь теплый пол. Ага. Вся грязь будет ловиться на фильтрах. Обратные клапана и обратно. Выход горячей воды, вход холодный. Вода заходит фильтрованно мягко. Все. Спасибо. Находитесь.
Мы сегодня ходили кататься на лыжах всей семьей. Мы с Василисой уже покатались. Сейчас он в ванне с папой едет. Вот это да! Вот это Ваня лыжник. Аккуратно! Самый эпичный момент и упал. Вставай. Вставай. Запутался. Вот это молодец. Полыжней есть? А? Евгений, как ваше впечатление? Жень, молодец, своих пацанов выгуливал. У нас с девочками есть очень хорошая традиция на 8 марта ходить на какой-нибудь мастер-класс. И в этом году мы выбрали для мастер-класса студию по созданию аромасвечей. Тут такая была красота. Ссылочку на эту студию оставлю в описании. Этот мастер-класс и эта студия моей одногруппницы. В общем, кому интересно, переходите. Кто живет у нас в городе, можете также сходить на этот мастер-класс, либо просто приобрести очень вкусные ароматные свечи. В общем, в чем заключался мастер-класс? Мы сначала выбирали ароматы, делали сначала аромасаше. Там столько разнообразных вкусных ароматов. Если честно, хотелось выбрать практически все. Потом мы что-то там смешивали, что-то добавляли, отмеряли, мешали и заливали формочку и уже потом украшали сухоцветами. Мне очень понравился этот мастер-класс. Сейчас я заливаю аромасаше. Выбрала аромат лемонграсс, такой вкусный лимон, мне вообще нравятся цитрусовые ароматы, очень их люблю. И начала украшать. Нужно немножечко подождать, чтобы воск подзастыл. И вот такая вот красота у меня получилась. После чего мы залили воск в формочку. Формочку для свечи, установили фитиль. Для свечи я выбрала аромат просека. Сначала я отдельно на столе выкладывала то, как я буду украшать свечу. Решила выбрать такие зелененькие цветочки, сухоцветы и разбавить немного бордовыми. Ну вот и все, свеча уже начинает застывать. После того, когда она начинает застывать, можно выкладывать сухоцветы. Вот такая вот красотища у нас получается. Стояли безумно вкусные ароматы. Каждая девочка делала свою свечку, у каждой была своя форма. И дизайн, естественно, выбирал каждый сам такой, какой ей нравится. Свечка уже практически застыла. Аромасаше мое уже готово, вот лежит рядышком. Ну вот и все, вот такая вот красотища. Вы только посмотрите, как это классно, красиво. Можно также кому-то подарить, но я все оставила себе. Мы очень классно провели время с девочками, мне очень понравился этот мастер-класс. А также у нас был утренник на 8 марта у Ванюши, и сейчас ставлю сюда кусочек. Чудесный, добрый, нежный праздник. Случится снова в день.
И что-то не видали. Друзья, мы забыли, что это праздник для них. Мы ж не так их пригласили. Ждут девчонки слов других. Самых лучших, самых милых, самых добрых и красивых. Мы девчонок приглашаем их торжественно встречать. Thank you.
не болеть. Подарок, подарок покажи. Красота. Давай. Ты сам. Смотри, какие красивые.